Сериал «Корона», да. Что-то меня так растрогала эта ситуация какая-то там. Я попробую. Едем дальше. Танцевать на парной стойке. Да, ой, да, она не сняла. Если бы сейчас это была барная стойка, Аня бы уже здесь рядом со мной. Да, конечно, я бы уже обнималась с барменом, а потом танцевала на барной стойке. И дальше. А можно сюда, пожалуйста? И сюда, пожалуйста. Вот из-за чего вообще Аня сидит? Я думаю, когда устаю физически, психологически, я плачу. Да, рыдаю, как девушка, перед какими-то сериалами плачет. Помогает? Вообще шикарно, да. Либо напиться в караоке, либо поплакать, чтобы помочь. Да, да. Если обналичить 5000 купюрами ваш гонорар за этот год, то какого размера стопка получится? 5000 купюрами гонорар за целый год. Отряд ставят, пока сказать, какого размера. Не знаю, давайте. Нет, но я нормальная, я живу вместе с мамой. Дома, с родными, близкими в этом году. Но все может измениться, вы понимаете, что вы артисты. Это когда сделается звоночек, и мы летим уже в направлении, как вот эти, знаете, как супермены. Потому что как бы артисты призваны дарить счастье и радость. Но в этом году как-то так мы начнем елочку и елочку, ждем. Ко мне приезжают мои родственники с Украины, с вами я отвечу, мы накрываем шикарный стол, я буду вязать салаты, будем загадывать желания. Я, кстати, очень буду готовить и в новогоднюю ночь, в И вот сюда взгляд, пожалуйста. Слава, что это на нас? И взгляд вот в эту камеру, пожалуйста. Слава, вот эту камеру. Как правильно писать, если вот я могу? Как выкрутиться из ситуации, когда не успел купить всем подарки на Новый год? Сказать, что ты не идешь на праздник. Сюда, пожалуйста. И у меня в серединочку, пожалуйста. И сюда, пожалуйста. Оля, еще. И вот в эту камеру еще взгляд, пожалуйста.